Дорогих гостей встречаем на родной своей земле. Хлебом, солью угощаем, как обычай нам велел. Очень рады нашей встрече. С добрым словом и с любовью, и с душой мы скажем вам. Хлебом, солью, хлебом, солью. Видно вкусно? Мух столько. Добро пожаловать. Все с чего-то? Так это встреча же для избирателей. Как мы были серые, так и останемся. Серые. Как вы думаете, почему не пускают прессу? Ясно дело, вы много говорите, много рассказываете. Так что вы нежелаемые люди. Да я не знаю журналистов. А кто же был? Значит, это обман был. А людей вы тоже не пустите? Вот люди из поселка Степной. Подождите, я не буду входить. Вы же житель поселка Степной? Да, да, да. Сколько лет вы здесь живете? Да я родился здесь. А, ну попробуйте, может быть, вас пустят. Доченька, а меня могут пустить? Я вот родился здесь, вырос. Ага, все. Ну как оборона? Не пускают что ли? Прессу не пускают. А прессу не надо пускать. В смысле прессу не надо? Зачем она? В смысле зачем она? Там дело в том, что количество мест... А, то действительно, именно как раз вот для нас троих количество мест. Да. Действительно актовый зал маленький.